Много молока отправляется теперь на заводы с колхозных ферм, а будет отправляться еще больше. Новые масштабы производства требуют и новой техники. На Владимирском молочном заводе закончилось испытание оборудования для непрерывно-поточного производства масла. По этому способу, предложенному инженером Милениным, масло изготовляется не за 5 часов, как обычно, а за 20-30 минут. И еще одна цифра. Новый способ дает возможность в 2-3 раза увеличить выработку масла на тех же производственных площадях. На непрерывно-поточный метод скоро перейдут и другие молочные заводы.